Больше 9 километров водопроводных труб проложили в прошлом году. Холодная вода дошла до 42 городских улиц. Но не всем блага цивилизации пошли во благо. Первый колодец. Нету крышки. В том году чуть ребенок не упал. Ехал на велике, заехал на вот эту вот. Она вот так отскочила как-то, и он упал. И эта крышка, вот эта вот картонка слетела. То есть это вот силами местных жителей, да, сами? Приезжали с МУП-водоканала. А, это МУП-водоканал колеса. Водоканал так, колеса поставили, вот этой красной вот ленточкой обернули. Очевидно, что работали спустя рукава. Мало того, что колодцы без крышек оставили, так в одном из коллекторов слышно, как бежит вода. И сколько ее утекло за 2 года, никому неизвестно. Видите, он полный и продолжает бежать. И так 2 года. А вода куда-то же она утекает. В этом году мы обнаружили у себя в футболе воду. Вот откуда эта вода? Это же надо выкачивать воду, поменять задвижку и люк ставить. Утекают в трубу, а ответственным и дела нет. Главное, галочку себе поставили, что воду к улицам провели. А то, что капля море бережет, видимо, забыли. Мы спросим у ответственных лиц, намерены ли исправлять недоделки. И ответы, надеемся услышать, уже завтра. Сегодня по городу дежурили Ольга Арсунукаева, Борис Геленов, телекомпания «Аригус».